Ребятушки, пришла очередная посылочка из Китая. Вот, успешно пересекли Суэцкий канал. Блин, огромная, не знаю, как ее открывать. Вот так вот, давайте. Конечно, запаковали. Я такого еще ни разу не видел. Так, оно вот так вот. Уж не пожалели. Так. Что это у нас? Это даже не пупырчатая пленка. А... Не знаю, как назвать, короче, из воздуха. Так, что у нас остается? Вот такой вот пакет. Ничего себе. И что мы имеем? Вот такой вот шлем или каска. Так, ладно, значит, что я такой шлем покупал? Первое, тут есть вот такое вот сзади крепление регулируется. Потом очки можно прицеплять. И они у вас никуда не улетят, не денутся. Размер L. Вот голова в сантиметрах и в дюймах. Так. Застежка имеется. Уши закрывают, не замерзнут. И да, внутри мягкий. Я думаю, на черепушку мне давить не будет сильно. Так, а что это такое, я даже не знаю. Так, ну вроде все нормально, все целое. Всем спасибо, всем пока.